арабская ночь. Да. Ну что, ребят, всем салам. Сегодня у нас будет опять оффроуд и не на обычных машинах. У меня будет семерка, а у моего знакомого, с ним на создателя, будет тринашка. Довольно-таки такой прикольный вид. Так, начинаем. Откуда начинаем? Да вот прямо отсюда погнали. Давай, высовывайся. Достану свою машину. Давай, оценочку давай я. Тонировочка такая, черненькая, красивенькая. И как всегда номер еще припас, но... Ну конечно номер, я же могу себе позволить. Не то, что ты. Все, спасибо, поехали. Поехали. У нас будет довольно-таки специфичная трасса, потому что мы будем в Лос-Сантосе. Как многие знают, в Лос-Сантосе очень много разных, ну, вообще, дорог. Именно подспособленных к оффроду. А мы будем на каждой из них, ну, кататься. Вот мы как раз-таки выезжаем на трассу оффродовскую. Ну, такая более-менее спокойная трасса. Фару сломал. Да. Как вы понимаете, все как по старинке. Нет, сломал тачку. Не, это нормально. То есть вот именно в этом-то и прикол. То, что мы будем сейчас летать. Первая трасса у нас... Да это нормально. Первая трасса у нас есть. Сейчас мы едем на вторую. То есть у нас будет несколько препятствий, на которые... Давай, я согласен с моим оператором. Так-то нет, я оператор, и я сам... О-о-о, вот это хорошо продрифтил. Поехали. Разгончик взяли? Разгончик взяли, и поехали. Сейчас вместе в лоб-флоп бы встретились. Я поехал. И я прям в дерево влетел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все, у меня тачка заглохла. У меня тачка заглохла. Ну, короче, ты проиграл, грубо говоря. Давай починимся. Предлагаю с нуля начать, в лоб-лоб попробовать. В лоб-лоб? Давай, в лоб-лоб. Это уже будет не оффроуд. У меня, кстати... Иди сюда. А, ну да, давай. Ты оттуда, я отсюда. Подожди, я тебе скажу, когда. Так, подожди, у нас ведь разные трассы, ты чё? Разные, ну, типа, мы разъехались, и... Там уже начнем когда ехать, то взлетим, короче, вяжемся друг к другу. Надо приблизительно одинаково. Давай. В F11 карты, посмотри, в F11 сколько мы друг от друга. Нормально. Так, 3, 2, 1, погнали. Все, начали. Запись идет, все. Да, у нас все идет. У нас уже давным-давно идет. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Это видео, это так красиво было, я взлетел. Я не видел. Я в воду упал. Это плохо, вот это плохо. Я... Такой просто это вообще. Поменяем? У меня хп 574 на авто. Сколько? 40... А, нет. 574. 574. У меня было тоже 500, но из-за того, что я в воду упал, у меня сейчас меньше. Ты бы видел, как я взлетел красиво. Это вообще... Я думаю, стоит повторить еще раз, только уже я с правой стороны, а вот с левой. Давай. Нет, ты с правой. Ой, ты с левой. Я здесь. Чтобы как раз таки я увидел это все. Не забывайте подписываться на канал, там может лайк. Я да буду просить, а вот Арарат не такой, что и... Как попрошайка. Да. Я не прошу, у меня подписчики растут, вот это кайф. Да. Так, я починился. Где там? Можешь чуть-чуть поближе подъехать? Просто я слишком близко. Ну вот. Примерно вот так. Чуть-чуть. Все. Три, два, один. Мы, в принципе, уже близко. Уф, нет! Ой-ой-ой. Давай еще раз. Кто-то, видно, слишком большой разгон взял. Походу. Наверное, давайте тоже с той стороны, потому что мне хочется посмотреть. То есть отсюда можно смотреть. Там уже нет. У меня 846. И у меня сломалась вот эта вот дверь. Давай, короче, тогда уже не будем там летать.
поехали покатаем тогда, Нет. Давай починимся и пойдем. Давай реально еще покатаем. Давай именно вот этот видос будет связан именно с этими полетами. Так как мы сказали, в лоб-лоб. Давай лоб-лоб. Давай. Погнали тогда на трассу. На нормальную трассу и будем катать. Сейчас лоб-лоб и именно наверное, в трассу. Да? Да. Давай, погнал. Сейчас колоссаны буду, давай. Шу. Видел, да? Меня завернуло. Слегка. Тоже под Хасаном немножко, слушай. Ай. Молодой. Все фары тебя сломал. Ты мне фару сломал. Ты мне. Так я 160 еду, это ненормально. Ай. 160 сейчас еду. Шайтан, я сломался. Смотри. Смотри, смотри, смотри. А нет, не получится. Ай, точно не получится. Давай реально лоб в лоб. Вставай здесь. Встань на месте, да? О, смотри, точняк, тут же можно полетать. Вот. Это с горки. Но ты с горки, и я тоже. О, вот это я вошел красиво. Только сейчас не выбраться. Давай, дави меня. Ой, красавчик. Все, давай в лоб-лоб. Точнить. Вставай, да, туда. Я с этой. Да. Сейчас вы как раз таки увидите, что будет с семеркой, если в нее врежется тренажка. Или нет. Так, 3, 2, 1, погнали. Ой, чё случилось? И ничего? Стекло разбито первое. Второе капот. Что ещё? Ну, чё, в принципе. У меня просто дымится машина. У меня 799 хп. А 495. Опа, значит у тебя больше, получается, урона был. А, да. Сейчас так. Ой. Хали вот туда, может. Но в воду, что ли? О, погнали реально, вот здесь поле есть, нормально. Я считаю, что скоро надо будет заканчивать уже видос, потому как, ну, мы нормально так покатались. Вот мне понравилось кататься, потому как, ну, ребят, это ж это весело. Я не знаю почему, но вторая серия мне капец как зашла, там самое прикольное было. Да. Конечно, вы пока это не увидели, ну, точнее, да, Дима, спаун, телепорт, понял. А-а-а, ее перевернуть нельзя. Убрать, починить, телепортировать, спаун, телепорт, починить. Вот, все. Так, ну давай, наверное, на поляночку встанем и там уже заканчивать видеоролик будем. Ну давай, закончу как раз таки. И у меня, как всегда, фара сломана. Ну, ничего необычного. Это да. Ну вот, ребят. Если, ну вот, если вам понравилось этот видос, то заходите на наш сервак, конечно же, будет айпишник в названии. Это моя фишка. В этом как его? В описании, грубо говоря. Да, в описании, только название. Вот. А, всем... Машины просел, ты посмотри, ты жирный какой. Так техник. Сел на машину. Сел на машину, а севшая встала. Посмотри. Просела под моим весом, слушай. Короче, если вот вам понравился видос, поставьте несколько лайков и, ну как несколько, 2 лайка, и я врежу Cadillac Escalade 4-го поколения в семерку. И потом этот паштет подарю какому-нибудь из подписчиков. Паштет. Ну что, реально, я А давайте реально, прям сейчас врежу. Не, давай в следующей части, я думаю. Сейчас-то что уже. Я тоже думаю, что в следующей части я подарю эту семерку. И тренажку. Нет, ты мою тачку поцарапал. Не беда, новую сделаю. Да. Так что, ребят, всем до свидания, всем пока. С вами был я, Арарат, и... А, не, как с вами был я? Арарат, разбитая правая фара кольев, и поэтому всем до свидания, всем пока.